Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале! И вы сразу видите, как у нас красиво зацвела глициния в парке. Цветет она, конечно, поздно по нормальным меркам. Обычно это раньше происходит, но все равно, вот смотрите, какая красота. Я в новом платье, потом мы вернемся к этому платью. В общем, оно такое платье-сарафан. Я случайно его купила в H&M. Сейчас мы немножечко прогуляемся по парку и зайдем в H&M. Я покажу вам интересные находки. И зайдем в Family, где тоже интересные находки. У нас вот красивый такой цветочный магазин. Я всегда останавливаюсь и любуюсь на цветы, даже если мне цветы не нужны. В парке зацвели новые какие-то растения. В общем, постоянно что-то новое цветет и радует глаз, и после дождя такой аромат стоит, что, проходя мимо каких-то цветов, один аромат сменяется другим. Очень приятное такое. У нас очень тепло. Ну, как тепло? Плюс 23, в принципе, да, тепло. Люди устраивают пикники, сидят, загорают. В общем, все рады наконец-таки наступившему теплу, потому что что-то холода затянулись как-то у нас. И вот сейчас становится уже как-то так приятно, тепло, уже по-летнему, уже хочется сразу что-то там куда-то ехать, где-то гулять, потому что все время были очень сильные дожди, холодно, и прям не хотелось даже никуда выходить, все время хотелось находиться в помещении. Гуси у нас выгуливают вон своих маленьких деток. Так, мы в H&M, было в этот день холодно, я даже в куртке, как вы видите. И смотрите, красивые, какие очень актуальные сейчас штаны я нашла. Они в единственном экземпляре были, я их не брала, размер M мой. Но дело в том, что они, даже визуально сразу было понятно, что они не 38 немецкий, а где-то 40-42, а то и больше. Они на резинке и очень-очень просторные. Если бы они были черные, серые, хаки, не знаю, зеленые, я бы их взяла. Очень приятная плащевка. Очень такая прохладненькая ткань, очень приятная. Но дело в том, что вот этот цвет, он очень коварен тем, что нижнее белье будет у вас просвечивать. И вот такую юбку я взяла, просто проходя мимо, мне показалось, что утянет меня на черно-белое все время. Прям не могу от этого отделаться. Решила ее померить, но мне не понравилось, как она сидит. Я в ней выгляжу как какая-то, не знаю, тетка, которая собралась торговать там чем-нибудь на базаре. В общем, мне не нравится такой фасон. И вот оно, это платье, еще раз показываю его. Я взяла в Эльке, вот оно на мне с футболкой. Здесь вот я слева его надела вместе с курткой, оно на бретельках, его можно носить без ничего, можно носить на любую, и на белую в том числе футболку. Ну, в принципе, я уже померила по-разному, а потом покажу вам другой вариант. Оно очень такое вариабельная, так что я его взяла. Это я уже в другой день, видите, надета по-другому. И первое, что мне опять в глаза, на глаза, так сказать, попадается, опять платье в черно-белой расцветке. Но дело в том, что у нее вот этого платья очень приятная ткань. Просто замечательная ткань. Я, честно говоря, даже не посмотрела. Но это точно натуральное. И сидит оно лучше, чем я ожидала. Оно тоже такое, немножко больше мерит, но это и хорошо. Вот такие штаны я взяла. Я взяла в Эльке, что-то мне вот захотелось, я хотела, чтобы они были пошире. Это лен, и к нему я взяла две блузки. Одну вот такую, она короткая, это блузка, и сзади на спинке у нее, сейчас покажу, такая, как бы такой защип, и она как распашоночка такая, свободная. Очень классная, она по цвету подходит. Вот так это выглядит вместе. Выглядит это практически как костюм. Потому что очень-очень мало различается цвет. Рубашка немножко-немножко светлее. Можно спокойно вот так носить.
И покажу вам позже вариант с другой блузкой, которая подлиннее. Мне понравились и штаны, и вот эта рубашка. Так же, как и вот это, в принципе. Вот это М-ка. Цены я вам показываю. Сейчас покажу, как это выглядит с этой длинной рубашкой. Вот, рукава я бы закатала. Но я уже не стала в магазине, я спешила. Не стала этого делать. Но вот она прикрывает зад. И вот такие вот брюки я взяла. Брюки мне, в принципе, понравились. Тоже М-ка. И вот так они выглядят, эти брюки. Но сверху я, честно говоря, надела какую-то другую рубашку. Но уже некогда мне было менять. Как выглядят брюки, вам, я думаю, и так понятно. Они укороченные и широкие. И очень тоже приятная-приятная ткань. Она такая охлаждающая и хорошо драпирующаяся. Это платье я взяла из-за цвета. К сожалению, камера не передает настоящий цвет. Он такой приятный, травяной, зеленый, прям яркий. Здесь какой-то он немножко холодный и туда немножко какой-то изумрудный такой. На самом деле нет, на самом деле он вот такой ярко-зеленый. Платье все абсолютно на подкладке, что мне нравится. И померив это платье, мне захотелось срочно купить что-то зеленое. Мне уже второй сезон, хочется зеленое что-то. И я как-то не найду, чтобы такого зеленого мне купить. Но примерно я уже поняла, что я хочу. Видите, подкладка, и эта подкладка и сверху, и везде. И даже, по-моему, на рукавах, крылышках тоже есть подкладка. В общем, это синтетика, но это приятная синтетика. Она не противная, она такая, как а-ля Крэп де Шин. А вот смотрите, какой, так сказать, тоже а-ля Шанель жакетик я нашла в Family. Прекрасный. Из 30 с чем-то евро его уценили до 9. Размер не мой, размер больше, но в Family что-то больше мерить, что-то мало мерить. Размер в размер я ни разу еще ничего не нашла. Вот так он выглядит, довольно симпатично. Кому нужно, в Мюльхайме, в Family их несколько вариантов. Их хорошо разбирают. И вот такие штаны тоже я померила. Видите, с 27-28 евро на 7 ценили. В общем, ну они оказались не то. Хотя я ищу себе белые джинсы. Ну, в общем, вы видели, что интересное в магазинах есть. На этом я с вами прощаюсь. До очень скорой встречи. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.